нас любит очень сильно. Одевает нас всех стильно. Кто учиться помогает. И всегда добра желает. Знаем мы, что это мама. Человек любимый самый. Человек наш дорогой. С большим сердцем и душой. Всегда везде она со мной. За все ее благодарю. И сильно я ее люблю. У каждой мамы есть мечта. Чтоб хорошо учились. Чтоб все в семье были здоровы. Но есть и у нее свои тайные мечты, о которых мама не рассказывает никому. Сегодня мы попытаемся их отгадать. Мамочка, попытайся себя узнать.